Начинаем выпуск с крупного пожара в одном из автосервисов Ярославля. Буквально за считанные минуты огонь уничтожил несколько автомобилей. Владельцы в шоке и говорят о поджоге. Полиция начала проверку. И об этом первый материал выпуска. Евгений Акимов ужаснулся, когда пришел в автосервис. Вчера вечером он привез сюда машину. Сегодня от нее почти ничего не осталось. Восстановление уже не подлежит. Вот эта машина ВАЗ-2112. Салон полностью выгорел, кузов уже не восстановить. От пожара этой ночи пострадали 4 автомобиля. Работники автосервиса в поселке Пятовское говорят, закрыли гаражи в полночь. В 4 утра, когда пришли на работу, машины уже догорали. Работаем вот в автосервисе, открылись с Нового года. Сегодня ночью произошел поджог в нашем сервисе. Взломана дверь была. Либо это конкуренция, как бы, либо просто доброжелатели какие-то. С клиентами ссор не было последнее время, да и вообще не было. Помещения закопчены, проводка выгорела. Евгений Секирин говорит, это был поджог. В двух автомобилях, которые пострадали больше всего, нашли бутылки от растворителя. Полиция начала проверку. Сейчас материал зарегистрирован в отделе полиции Дзержинский, и по нему проводится проверка. Пока говорить о том, что там однозначно был поджог, преждевременно. А пока все подсчитывают ущерб. И работники автосервиса, и владельцы авто. Машина достаточно старая, покраска не застрахована. То есть ущерб весь на мне. Только распродавать, что осталось целое, и не более. С автосервисом, опять же, до юра все не до конца было решено, да, как бы не было договора у меня никакого с ними там на поставку на учет, ничего, то есть здесь вряд ли я что-то могу им предъявить. Евгений Акимов надеется, что найдут поджигателей. Говорит, только в этом случае можно будет восстановить ущерб. Владимир Веселовский, Сергей Загоскин, Вести Ярославль.